Отпраздновать столетие села собралось множество местных жителей и гостей со всего Лазаревского района. Началось торжество с возложения цветов к памятнику героям, погибшим в Великую Отечественную войну. К столетию в селе появился еще один памятник. Решением ТОС было решение вынесено сходом граждан поставить памятный знак в камень столетию села в честь наших предков. Средства на эту установку, на этого камня собрало все село. И каждый житель, участник установки вот этого камня. Открытие нового памятника прошло в торжественной форме. После молитвы руководители района и почетные жители села разрезали красную ленточку. Радость и благополучие. Почетными грамотами наградили всех жителей, которые внесли свой вклад в развитие Сергей-Поля. Само название села часто вызывает вопросы, кто такой Сергей и чье поле. В 19 веке эти земли принадлежали участнику Крымской войны Сергею Полю. Оттуда и повелось. После экскурса в историю перешли к поздравлениям. К местным жителям обратился и глава Лазаревского района. Конечно же, хочется сказать в этот день самые добрые слова вам. Вспомнить историю вашего населенного пункта. Я думаю, что мы все здесь собрались еще и для того, чтобы почтить память. В этот день просто нельзя обойти это. Всех тех, кто отдал свои жизни за свободу нашей Родины. Подготовились к празднику местные творческие коллективы. Выступали и артисты из Лазаревского центра национальных культур и ансамбли Дома культуры «Дагомыс». В честь столетия села рядом с памятником посадили молодую тую. По замыслу местных жителей, к празднованию каждого последующего столетия здесь будут высаживать именно такое вечно зеленое растение. Игорь Кырпа, Борис Осин, телекомпания ФКТ.